Кайдоги – специальная форма киокушинкай, пояс, цвет которого обозначает уровень владения техникой и запал в глазах. Именно с этим наш герой, 17-летний Егор Бондаренко, покорял всероссийские соревнования по киокушинкай карате и забрал золото в своей возрастной категории. Забавный факт, что недели ранее проходили всероссийские юношеские игры боевых искусств. В них спортсмен занял второе место. Был довольно трудный бой, и в финалах всегда показываешь только характер и выигрывает человек, у которого больше сильнее, кто-то, кто сильнее, выносливее. И, ну, парень тоже достойно-то дрался, но судьи решили отдать победу в мою сторону. Киокушинкай считается одной из самых трудных и жестких разновидностей карате. В этом виде спорта нужно не только терпеть удары от противника, но и бить самому, причем как руками, так и ногами, в голову. Даже тренировки проводятся с использованием японского языка. За спортивный рост ребятам присуждаются поясам, цвет которых имеет особое значение. Маленькие спортсмены ходят с оранжевыми, синими и желтыми, а затем в специальной школе ребята подтверждают свои навыки. Сейчас наш герой – обладатель коричневого пояса. Выше только черный. В первую очередь это дисциплина, то есть уважение старших, у нас поясная система, то есть любой ребенок, как бы знает, за пояс взрослых, делает ему поклон. Это везде вот так у нас. То есть это в первую очередь дисциплина. Уважение старшим, где-то помогать, это даже и то же самое старшие помогают младшим. Также учитель отметил, что зачастую дети приходят со слабой спортивной подготовкой. И именно здесь они улучшают свои навыки как в физическом, так и в духовном плане. В этом виде спорта очень ценится сильный характер. Ведь зачастую одерживать победу в боях помогает не только крепкие ноги и руки, но и сильный дух. Кстати, уже зимой Егор планирует получить желанный черный пояс. А это значит, что он будет обладать высшим спортивным рангом и способностью передавать свой опыт другим. Екатерина Зибзеева, Сергей Антонов. Новости Верхнекамья.